300 часов исправительных работ. Такой приговор вынес Копейский суд Александру Королеву. Две бойцовские собаки-мужчины серьезно покалечили 8-летнего мальчика в октябре прошлого года. Королев обвинялся в том, что он в 2017 году по неосторожности не закрыл собак во дворе своего дома. В это время мимо проходил в районе улицы Некрасова малолетний Папулов. Собаки вырвались из калитки и набросились на малолетнего Папулова, в результате чего ему были причинены множественные телесные повреждения в виде ран от этих собак на голове, лице, шее, многочисленные раны на конечностях тела, а также сопровождалось это все обильной кровопотерей. В качестве моральной компенсации семья пострадавшего мальчика просила взыскать с Королева 1 миллион рублей. Но суд снизил эту сумму в 2,5 раза – до 400 тысяч. Назначая наказание, учел отсутствие отягчающих наказания обстоятельств, а также наличие смягчающих наказания обстоятельств, а именно отсутствие судимости на момент совершения преступления, наличие неофициального места трудоустройства. В настоящее время приговор в силу не вступил. Прокуратура города намерена подать апелляцию в связи с мягкостью назначенного наказания.